Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро, друзья и гости моего канала! Знаете, что я сегодня буду делать впервые на камеру? Это я продемонстрирую свои покупки. Когда это делаю девочки, за которыми я наблюдаю, у них это очень ловко получается. Как получится у меня, я не знаю. Но продемонстрирую то, что купила. Я сейчас только что вернулась из магазина, сделала покупочки. И даже те, которые не планировала, ну, вдруг вспомнила, что у меня что-то закончилось или заканчивается. Так вот, начнем. Что у меня стоит вот на этом квитунге или талончик? Как сказать, простите. В общем, я купила морковь. Килограмм стоит 84,99. Я купила на 53... Все время хочется сказать евро. Вот на 53 рубля я купила морковочку. Она мне понадобится для приготовления кабачковой икры. Мне вчера муж из деревни привез два вот таких вот кабачка. Мы же находимся здесь в отпуске, и поэтому нас бабушки или друзья снабжают продуктами со своего огорода. Вот эти два больших кабачка как раз хорошо пойдут у меня на икру кабачковую. Я же не буду делать в зиму. Я приготовлю баночки, поставлю их в холодильник. И на то время, пока мы находимся в отпуске, мы будем ими питаться. Так вот, дальше лук репчатый. Килограмм стоит 34,99. Я купила на 37 рублей 37 копеек. Вот такой хороший, крепкий лучок. Прям очень хороший. Вот. Вода карачинская минеральная 36,99. Вот она, эта водичка. Что я о ней могу сказать? Уж очень она мне по вкусу. Мы первый раз ее купили, и теперь вот покупаю я ее каждый день. Газированная, ну такой средний, ну как сказать, средней газированности, выражусь так. Кухмастер, икра кабачковая. Я же буду делать сама икру, но пока ее у меня нет, я решила купить икру кабачковую, вот такую. Мы очень хорошо относимся к икре из кабачков и постоянно ее покупаем. И в Германии мы ее тоже всегда покупаем в русском магазине. Дальше. Есть у меня тут, да, записано соевый соус. Вот. Как оказалось, у меня его дома нет. Понадобится мне столовая ложка для того, когда я буду готовить кабачки, как грибочки. И вот именно в маринад мне понадобится соевый соус. Вот. Следующее. Купила я баночку ветчины. Вот такую. Это попросил меня муж, чтобы я купила. Стоит она 169 рублей. Следующее. Что тут у меня? Купила я два мороженых. Стаканчика пломбир. Я убрала уже в морозилку. По 49,90. Томатная паста мне понадобится для икры. Обычно кабачковую икру я делаю, конечно, со свежими спелыми томатами. Но в одном из рецептов я увидела, что используют томатную пасту. И рецепт... Об этом рецепте были очень хорошие комментарии. Вот поэтому я буду делать по рецепту с томатной пастой. Стоит томатная паста. Так, где же она у меня тут? Томатная паста. 59,99. И здесь 500 грамм. Что еще у меня есть? Конфеты.
Левушка. Конфеты Левушка. Вот они. Дико вкусные, написано даже на них. Вот такие. Тоже супругу к чаю. Ну и я где-то, конечно, съем конфеточку. И конфеты. Конфеты. Еще у меня была одна. Like Dice. Вот такие конфеты. Карамель, кокос, арахис. Стоят они. Стоимость их. На 109 рублей 99. Левушка стоит 71,99. И еще одна баночка свинина тушеная. Вот. Такие, вот такие консервы. Александр любит, когда делаются с картошечкой или с овощами. Вот такие покупочки, девочки, я сегодня сделала. Даже не думала, что я пойду в магазин и принесу в пакетах вот столько продуктов. Отправлялась за парочкой, а принесла вот столько. И получилось у меня на сумму 1207, да, рублей. Вот, мои хорошие, сделала я свой первый обзор. Всем желаю хорошего дня, настроения. Берегите себя и своих близких. У нас же сегодня в Омске очень солнечный денек. Будет 32 градуса. Завтра 34. Саша уехал по делам. Вся неделя у него была загруженная. Сейчас доделает дела, и тогда уже выходные дни мы проведем вместе. Где мы будем, я постараюсь снять и вам показать. Обнимаю вас, мои хорошие. Спасибо вам большое за добрые слова, за ваши комментарии, за ваши лайки. Мне очень-очень приятно. Мой канал понемногу развивается. Подписчики прибавляются, чему я очень рада. И бесконечно вам за это благодарна. Будьте здоровы, мои хорошие!